Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покупки из магазина Ашан. Будет много сладостей, потому что мы завтра едем в гости, возьмем с собой. Так, давайте начнем. Крабовые палочки купили. Я с утра уже нарезала салат крабовый. Осталось добавить туда крабовые палочки. Так, также пряники вот такие взяли, классические. Баранки сахарные, вот такие вкусненькие. Дальше макароны, рожки. Вот эти вкусные макароны из твердых сортов пшеницы. Ашановские, вот такие с красной птичкой. Так, и бантики. Бантики вообще классные. Так, также яичные вот такие ролтон рожки. Хлеб вот такой вот серенький. Так, баночку кукурузы. Баночку печень трески по-мурмански. Вафли взяли. Такие и вот такие шоколадные. Это с ароматом лесного ореха. И вафли с шоколадным ароматом. Так, это мне перчатки. Так, еще одна пачка пряничков. Пачка печенья овсяного лимак. Такая вот. Сахар это муж себе на работу взял, маленькую пачку. Вот такой багет 18 рублей стоит. Затем какую-то краску взял автомобильную. Вот такую вот. Так, дальше подсолнечное масло. Сорти для посуды. Цыпленок, бройлер. И яйца второй категории. Вроде бы все показала. Давайте посмотрим чек. У нас вылилось в пакете сорти, поэтому чек он выглядит вот так вот. Размытый. Вот, потратили 1429 рублей. Вот такие покупочки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.